Всем привет! В эфире передача «Про гитары» на канале «Наш ТВ». Партнеры нашей передачи — гитарная мастерская «Шамрай». Сегодня у нас в гостях Андрей Остров. Привет. Привет. Слушай, ну, в общем, сразу с чего хотелось начать. Посмотрел на педалборд. И здесь у меня, в общем, сразу вполне себе такая реакция, как у человека, принадлежащего к секции тру-байпаса. Вот, реакцию вашу понимаю. Но она очень понятна. Не совсем понятно, что тогда в коем разе здесь делает Сансамп, например. Я вижу кучу босса, и из чего сразу делаю вывод, что чистый звук нам не нужен. В 80% случаев, да. Как бы. Начнем по порядку тогда. Я так понимаю, что мы с Сансампа начинаем, да, говорить. Ну, Сансампа вот в этом отношении, то есть хорошая там, дорогая педаль, качественная, с тру-байпасом, все замечательно. Практически классическая. Ну, практически, да. Практически. И к ней ведет цепь из всего того, что этот звук просто, например, в положении off, то есть в положении on, понятно, мы эффект выбрали, все хорошо, в положении off он у нас берет и режет звук нашего инструмента. А инструмент, как я вижу, в общем, тоже вполне себе породистый. Да, ну что ж, давай тогда с педалей начнем. То есть, собственно, с чем я, почему столько много коробочек? С чем я столкнулся там в процессе своей концертной деятельности? То, что почему-то наши звукорежиссеры, уважаемые, не любят бас-гитаристов. Не любят. Они ставят большие стейки красивые, порой даже нормально работающие, не с порванными динамиками. Но всегда включают тебя до этого замечательного стека. То есть на собственно, фох тебя уходит то, что, собственно, идет из твоего баса. До. То есть через дебокс куда-то? Через дебокс, да, как бы уже дальше, в зал к слушателю. Собственно, вот посталкивавшись с этой проблемой, я решил, что надо иметь все свое с собой, под ногами, как бы всегда. Ну, это логично. Да, и, собственно, вот здесь мы видим картину, как я этого добиваюсь, собственно. Сенсамп у нас выполняет роль непосредственно усилителя. Все остальные эффекты, они больше шлифуют звук. То есть, как здесь видно, здесь есть два овердрайва. И добавляется яркость, атака. То есть, я бы не сказал, что звук уничтожается полностью. То есть, он скорее доводится до ума, до того вида, который бы я хотел, чтобы услышал слушатель, собственно, в зале. То есть, опять-таки, повторю, чистый звук фактически минимизируется. В целом, да. Ну, обусловлено это музыкой, на самом деле, которая играется, исполняется достаточно агрессивно. Но в этом отношении это, опять-таки, почему я, например, так жестко реагирую там, на теплый байпас, потому что там, у меня есть там мечта идиота, вот, которую там, я себе там, когда-то купил, это крутой, хороший инструмент. Я хочу, чтобы он всегда звучал хорошо. Соответственно, в цепи у меня должно стоять все, что минимально в положении off. Минимально ела звук, а возможно, лучше вообще не ела. То есть я обычно проверяю педаль как. Я воткнул хороший кабель просто напрямую в комбарь, послушал, запомнил звук своего прекрасного инструмента, который я так прекрасно знаю, включаю через педаль и слушаю, что у меня там съело. Я, кажется, понял, о чем мы сейчас говорим, наконец-то. Так. То есть мы сейчас говорим о тру-байпасе. Нет, мы как раз говорим о теплом байпасе, который неожиданно стоит перед совсем вот тру-байпасом. Есть, чего ж там трушного к нему приходит? Ну, что-то приходит, как можно было слышать. Честно говоря, я не являюсь вот настолько аудиофилом, тем более, если речь идет о концертном звуке. То есть в студии, да, это действительно, это имеет смысл соблюдать какие-то нюансы. Это концертный педалборд. То есть в концертном звучании, я считаю, можно жертвовать какими-то там исходными. Ну а как? Ну у тебя же в любом случае там кабель, все эти перемычки и так далее, и так далее. Ну, верхние частоты это и есть. А верхние частоты, я понимаю, что в басу они не критичные, но тем не менее они тоже что-то несут в себе. Потому что я гляжу, что борьба была, вот он у нас латунный порог стоит. Опа. В задумке-то идея неплохая, как говорится. Да, то есть я опять-таки гляжу, там мастеровой инструмент, судя по всему, с богатой историей. То есть что-то сподвигло. И потом мне же на раз несколько волшебных коробочек, которые берут от этого инструмента так по кусочку, да? Ну, я, честно говоря, не могу этого объяснить. То есть то, что выходит на выходе, мне нравится. Да, действительно, если были эти эксперименты, если подключить просто без всего этого, звук живее, звук
более динамичный, не естся каких-то там обертонов и прочего. Но, опять же, мы говорим здесь о дизайне, который надо получить. То есть, как бы, если там в 90% случаев я использую перегруженный звук, то есть, которым я играю. Но босс в этом отношении наиболее бюджетен. Он бюджетен. На самом деле здесь даже дело, наверное, в истории моей, связанной с этими педалями, именно с этим брендом, потому что я использовал еще его сразу после школы, когда у меня появился первое, там, я сейчас боюсь... Но после школы все его использовали. Вот тут... Когда у меня появился как раз вот эта вот связка SenseAmp и вот эта желтенькая коробочка ODB3, я не помню, по-моему, она раньше другую, как-то еще предыдущая модель у нее была, может, ODB2, я не, ну, не буду говорить. В общем, эти две педали, они как бы остались неизменными. Я переключался на другой аппарат, переключался на гитарные процессоры, вообще без педалей пытался играть. Но спустя годы я все равно вернулся к этим двум педалям, от которых выросло все остальное. То есть в данном случае приверженность к боссу, она не обусловлена какими-то... Не знаю, там... Так сложилось исторически. Да, контрактами или чем-то еще. Она просто сложилась исторически, и я имею некие теплые чувства. И мне нравится, как это звучит, на самом деле. То есть, там, если... Нет, в плане эффекта вопросов нет. И боссы всегда были вполне себе на волне. Как раз наоборот, дорогую педаль с нормальным тем желаемым звуком найти сложно. Ну, как-то да. Плюс, опять же, если мы говорим о концертных передвижениях, всяких туровых вещах, то можно возить бутик, который гарантирует тот самый теплый байпас. Он ничего, по большому счету, не гарантирует. Более того, совсем недавно, пару дней, сравнивал бутик за 300 баксов и Китай что-то с 2-300 рублей. Ну, есть такие бренды. И, в общем-то, ну, да, разница небольшая есть. Опять-таки, кому что хочется. То есть у этого бутика как звук, причем фактически идентичный. Просто Китай звучит более напористо, а это как бы чуть более интеллигентно. Вот кому что надо. Но это опять-таки, если сидеть и полчаса греть ухо у динамика. А вот теперь давайте представим другую ситуацию, что приезжаем мы на площадку, в коих в нашей стране много, или на тот же эфир приходим, где просто нету возможности. То есть там не до этих нюансов, то есть, вот, по крайней мере, для меня. То есть надо получить дизайн. Соответственно, можно выбрать более дешевый аналог, который не страшно, допустим, потерять где-нибудь в аэропорту, ну, там, да, или где-то что-то. Вот, слава богу. А сколько историй, когда там реки разбивались, прочее-прочее. То есть, соответственно... Выгоднее, целесообразнее, мне кажется, использовать педали, которые дают нужный результат. Ну, да, хорошо, мы чем-то жертвуем, допустим, какими-то. Ну, в конце концов, босс, тем не менее, это легенда. Да. Потому что после мода Роберта Килли там вообще все стало хорошо. Удорожал, правда, на $200, а так все нормально. Это есть, да. Есть такая, ну, так, а про инструмент вот расскажи. Потому что инструментик... Очень много вопросов и каких-то достаточно памятных моментов вызывает. Собственно, этот инструмент, очень долгое время люди думали, что я являюсь каким-то адептом компании немецкой Warwick. Как, вот, как видно, что лекалы списаны, ну, и сам стиль инструмента. Но на самом деле это не так, это мастеровой инструмент, сделанный даже... Скажу, что одним из людей, который работал, собственно, в мастерской Шамрая, как мы с тобой уже немножко озвучили, это звали человека, зовут человека Костя Жиренков, который начинал делать этот инструмент, и продолжал его доделать другой московский мастер, очень знаменитый, Александр Соколов, и звукосниматель, и, соответственно, это Чернышов. То есть это, грубо говоря, такой эпический сплав трех мастеровых столпов московского гитаростроения, скажем так, да. Но спустя годы, на самом деле, проходило... На этом инструменте я играю пол своей жизни, на самом деле, практически во всех коллективах, где я присутствовал, я его использовал. Приходили разные инструменты брендовых, каких-то марок там известных, там, ну, не знаю, можно называть? Можно, конечно. Fender, Yamaha, тот же оригинальный Warwick, там еще немецкой закалки, вот старый. Но почему-то я
все время возвращался к этому инструменту. То есть я не могу его никуда от себя деть. То есть желание есть, получить что-то другое. А ты, когда его заказывал, ты чем руководствовался? Многими вещами. Эргономика. Ну, здесь вар. Мне нравятся современные, ну, так называемые современные бас-гитары, то есть с обтекаемыми корпусами небольшой формы. То есть мы не говорим там про классический джаз-бас, например. Да? То есть вот эргономика, звук. То есть на тот момент я играл достаточно агрессивную музыку, ну, собственно, я и продолжаю играть рок-музыку. Здесь два хамба с осечкой, насколько я понимаю. Да, здесь два хамбакера с осечкой, породы красного дерева, это бубинга, вкладки, вот как мы здесь можем видеть, венге, вот, собственно, гриф. Все это дает очень такой забористый среднечастотный звук, который очень хорошо выделяется в пачке. Тем не менее, электроника. Если мы говорим, то есть хамбакеры, ну понятно, это лишнее давление, это все. Отсечка, которая позволяет получить более изящный звук для каких-то, может быть, более мягких стилей. Изначально этот инструмент был сделан с активным тембром блоком. Мне хотелось больше, то есть тогда еще не использовал педали в большом количестве. Мне хотелось получить просто максимально гибкость звука под рукой. В итоге пришел к тому, что это не надо. То есть активный тембро-блок был изъят, соответственно, и оставилось только две громкости, два тона. Все, что надо. Ну, это тоже, в общем, хороший ход. Мне доводилось, в общем-то, двигать гитары со встроенными фузами, дилеями, полным педалбордом. В моем случае, как бы, да, есть такие экземпляры, но в моем случае вот есть набор уже под ногами. Зачем дублировать? Ну, я так понимаю, все это спрашивать о любимых усилителях уже, наверное, нецелесообразно. То есть вся схема собрана на звучание плюс-минус постоянное, независимо от оборудования. Или все-таки есть какие-то требования? Я, наверное, уже себя могу причислить к тому поколению людей, которые саунд-дизайн, там, какие-то основы звукорежиссуры и прочего, они познавали уже, наверное, в компьютерном мире. Поэтому... Я не могу сказать, что, допустим, имею супер большой там опыт общения с аналоговыми усилителями, то есть не настолько гурман. То есть плагины? Плагины, эмуляция, к сожалению, так. Но сейчас мы уже доходим до, вот что касательно музыки, звука, до того уровня эмуляции, который позволяет... У меня многие, кстати, мои знакомые музыканты сейчас уже отказываются от аналоговых усилителей, настоящих в пользу... тех же самых плагинов, каких-то там профайл вещей, типа а-ля как Кемпер, например, там AX. Там, ну, вообще. Кстати, я сам отчасти являюсь в плане студийной работы адептом грешок плагинов. Имеется, да? Ну, это дело не то, что грешок, а дело в том, что если это нормально прописать, в общем-то, еще никто и не догадается. В целом, да. Есть хотя вот ты выкладывал несколько треков со своего... еще тогда проекта «Свет», который теперь «Остров». Я услышал плагины, так что подрули немножечко. Хорошо, поработаем над этим. Там есть куда подпрятать. Нужна получше эмуляция надо. Хорошо, я понял. Вот, а так чем пользуешься? То есть вообще вот при записи что у тебя идет? То есть компрессор, какая-то грелочка? Если мы говорим про бас, ну, я обычно пишу два канала. Соответственно, директ, который я отдаю на откуп звукорежиссеру, там, если у него есть какие-то там предположения, как это сделать лучше. И пишу, соответственно, линейный звук баса. То есть, может быть, я сейчас там кого-нибудь разочарую или там открою какую-то тайну. Но вот я считаю, что линейный звук баса в студийной работе он вполне себе может присутствовать. То есть второй канал. Более чем. Второй канал я пишу, часто записываю какие-то быстрые композиции там, для друзей или там, для других проектов дома. Я просто пишу через эти примочки. Соответственно, мы имеем два канала: директ, который мы отдаем на откуп звукорежиссеру, и нужный дизайн, который, как мне кажется, ляжет в данную запись там, барабанов. Там, ну, в любом случае, это флажок для звукорежиссера, да. Куда двигаться. Куда мыслить. Ну, конечно, он может согласиться или не согласиться, это его право, но, по крайней мере, я свою лепту вношу таким образом. И вот, собственно,
работая на студии сам звукорежиссером несколько лет назад, я пришел к тому, что мне действительно нравится линейный звук баса. Соответственно, это все те же самые педали при записи. Может быть, не только босс, может быть, какие-то другие. Ну, там можно долго гулять. Да, может какое-то пункты. Предусиление какое-то там, что-то подразогнать немножко сигнал. Да, как-то так. А что, собственно говоря, в дальнейшем будет с твоим проектом «Остров», у которого только вышел EP, и здесь помимо «Нуки» и так далее, это все мы оставляем немножко за кадром, это как бы все хорошо, но это на слуху. А что, во-первых, тебя сподвигло к этому проекту и какие планы? Да, вопрос такой, конечно. Сейчас я соберусь. Прицел-то у нас куда идет? Здесь... Скажем так, то есть недавно этот проект претерпел ребрендинг, и был свет, стал остров. Да, я отошел немножко. Надо начать на самом деле сначала, почему все это появилось. То есть, последние там вот какую-то вот эпоху своей творческой деятельности я занимаюсь тем, что играю не только играю в группах как бас-гитарист, но в том числе являюсь там автором музыки, аранжировок, соответственно, там, каких-то саунд-дизайнерских решений для коллективов, где я играл. Uh-huh. Соответственно, если брать все мои прошлые коллективы, так или иначе, я там отметился. Писал музыку, и в какой-то момент я просто понял, что я пишу музыку для других людей, почему бы мне не написать музыку для себя? Это очень логичный ход мысли. Да, то есть это как есть такое поверье, если бармен не открывает в какой-то момент свой бар, значит его карьера не удалась. Если человек, который пишет музыку для других коллективов и исполнителей, певцов, когда-то что-нибудь не напишет для себя, ну, значит здесь что-то не так. Собственно, да, это был такой микровызов самому себе, то есть смогу ли я в одном проекте объединить все как бы свои навыки, которые есть, ну, типа, вроде как запись гитар, аранжировок и прочего, создание электронных каких-то там ландшафтов, с теми навыками, которых у меня нету. Я не вокалист, скажем так, изначально, то есть я пытаюсь в этом направлении развиваться, но вот что-то сейчас уже по ходу получается немножко. Вот. А куда прицел идет? Собственно, теперь мы подходим к твоему вопросу. Куда идет прицел? А сейчас, после ребрендинга, я отошел от электронной музыки и, наверное, все-таки гляжу уже, как бы это ни звучало, в направлении русского рока, но такого, современного, в моем понимании. Ну, скажем так, понятие русский рок, под него, в общем-то, кладут все под одну гребенку. Это да. Поэтому мы берем из этого лучшее, добавляем еще лучшее и называем это этим именем. То есть, по крайней мере, это простая формула для позиционирования дальнейшего. То есть, в любом случае, это музыка, которая сейчас в моем проекте выбирает панк, гранж, постпанк, какие-то вот стили. Но так как мы поем на русском языке, как бы мы хотим по умолчанию получить доступ к своей аудитории и не ориентироваться на запад, то получается, да, наверное, это русский рок будет в итоге как заглавлено, причем не мной. И когда будет уже полноценный альбом? Вот это тоже вопрос философский. Я считаю, что в современном действительности полноценные альбомы потеряли свою актуальность. Но ведь иногда хочется как бы завершенную картинку, то есть вот, у тебя же песня — это история, и как бы серия песен тоже может быть объединена в какую-то историю. 5-6 песен, я считаю, это достаточный формат для восприятия современного человека. Вот, ты смотришь ролики на YouTube? Крайне редко. Крайне редко. Более того, я в последнее время повадился... Я очень много слушаю музыки, но больше всего я повадился как раз смотреть концерты, либо слушать концерты каких-то интересных мне людей. Привело меня это к тому, что... послушал свежий альбом, ну, на тот момент свежий альбом 2014 года, своей любимой Анны Калви, такая певица есть. Uh-huh. Как бы материал крутой, слушаю, а там уши Брайана Инна прям торчат, вот просто вот, прям вот слышишь, что это не Калви, это Инна. И я понимаю, что чувак уже 40 лет со своим Эмбидом, он же вот здесь. И я смотрю на концерт, но не может такая талантливая девица выпустить вот такое, что вот нужен был Брайан Инна. Слушаю концерт. Да вот так вот вообще все. Просто 4 человека выходят, и ничего не надо. Угу.
А там перкуссия, барабаны, басы, гитара и голос, и все. Ну, а вот возвращаясь к вопросу к истории, я почему спросил про ролики. То есть мне хотелось просто узнать, вот как для тебя, какое дозировано нормальное время восприятия информации, которое ты можешь себе позволить. То есть пока тебе не станет скучно, грубо говоря. Ну, это зависит от исполнителя. Это зависит от исполнителя. Mm-hmm. Более того, тут совсем недавно как раз вышел там свежий альбом Аукциона. Я там беру, смотрю трекинг, смотрю, вторая же песня, 9 с гаком минут. Я думаю, ну, ребята, вообще, куда вы, 9 минут песня? Слушаю. Ведь это же не возьмут на радио. А я слушаю, я не заметил, как время прошло. Mm-hmm. При том, что я слушаю, все нормально, все хорошо. И так что здесь, мне кажется, что здесь вопрос воспитания культурного. Если человек привык, там, я не знаю, там в детстве слушал «Стенку» и «Бероут» и так далее, там, всех там «Перпл», «Цепелинов» и прочих мухоморов, то, в общем-то, наверное, он способен просидеть 45 минут за прослушиванием диска. Если он там слушал Red Hot Chili Peppers, там, «Blood Sugar Sex Magik», он протянет это там почти час диск. Ну, отличный, ну, диск, я считаю. Отличный. Диск, да, отличный. Диск отличный. Все. Но здесь еще просто накладывается такая вещь, как общее восприятие информации. Сейчас очень большой поток. Я считаю, что вот, допустим, последующее поколение, да, вот, которые, детей, которые вырастают в этом потоке, они будут способны воспринимать его более адекватно, допустим, чем, ну, вот, я, ты. То есть это все я к чему веду? Я веду как раз к вопросу полноформатных альбомов. Потому что я считаю, что сейчас нецелесообразно это. То есть вся индустрия мировая, допустим, уже перешла на синглы. Или на EP, мини-альбомы так называемые, да, там 5-6 треков. Концептуальная история отмирает? Возвращаемся к наследию Элвиса Пресли? Нет, концепция это может быть не умирать, но вот, кстати, да, к наследию Пресли, вот к этим пластиночным синглам, может быть, но просто концепция становится более лаконичной, мне кажется. То есть, если ты хочешь внести, показать какую-то идею, историю, вполне умести ее в 4 трека, в 5 треков, это не будет скучно. А тебе не кажется, что это просто потому, что очень мало людей, которые способны мыслить широкими формами, большими формами? Ну, все-таки время обуславливает, да, то есть все время хочется на что-то переключаться. Да. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Так, ну, это не в людях проблема, это, скорее всего, знак. Те же самые Мьюз прекрасно выпускают альбомы, также остаются в концепции. Ну, Мьюз, они, я считаю, что люди из той индустрии. Ну, хорошо, Майк Паттон, хотя он тоже, конечно, из той индустрии. Он вообще, у него своя какая-то индустрия. У него там вот... В январе вышедший шикарный альбом. Ну, вот хотя у меня не следил, не смотрел. Да. Хороший. Хотя у меня там фактически друзья меломаны сказали, не поняли, что-то он там заигрался. А я послушал, правда, классно. Ну, вот. Хорошо. Ранний мистер Бангл я еще понимал, а потом вот то, что у него. Ну, ранний это 91-й год, одноименный альбом мистер Бангл. Да, а следующий диск Валанта там уже. Он тоже был ничего. Ну, у меня это любимый, на самом деле, из «Мистера Бангла». Ну, да. Там вот все эти чокнутые танго и так далее. Да-да-да. Учитывая, что это... А вот сольный его, вот этот какой-то уже, когда там эмбиент, не до эмбиент, когда он там с микрофонами делал непонятные штуки, я считаю, что это уже... У него «Лаваш» хороший проект. Трип-хоповый. Да, у него отличный согласен. Концерт «Мандаканы», с которым он в Москву приезжал, и я, к сожалению, не пошел. Не попал. Вот. Ну, а так, в общем-то, у него куда ни плюнь, не обязательно во что-нибудь хорошее попадешь. Что не так плохо. У некоторых наоборот. Ну что ж, я на этой лирической ноте желаю тебе от всего сердца дотянуть до высот, ну, скажем так, как минимум Паттона, а может его и переплюнуть, ландшафт и дизайн. Все хорошо, а концептуальный альбом никто не отменял. У тебя всегда есть благодарный слушатель. Надеюсь, я буду не один. Спасибо. Спасибо. Всем счастливо. Пока.